Для жителей Подмосковья упростили получение компенсации проезда на санаторно-курортное лечение. Услуга перешла полностью в электронный вид и подать заявление можно на региональном портале госуслуг. Выплата производится отдельным категориям граждан, проживающим в Московской области, которые имеют право на льготы. Компенсация предоставляется в случае получения санаторно-курортной путевки и направления на лечение от Минздрава Московской области. Компенсация проезда и обратно предоставляется при использовании междугородного железнодорожного транспорта, авиационного транспорта, автомобильного транспорта, общего пользования и водного транспорта. В размер выплаты не включаются расходы на оплату сборов за услуги при переоформлении и возврате, а также сборов за оформление проездных билетов.